И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу студию аналитики. Здравствуйте, ребята. Пожалуйста, ваше мнение по этой игре. Здравствуйте, Андрей. Ну, давайте начнем по порядочку, значит. Спасибо, ваше время вышло. Иван, ваше мнение по всей игре. Андрей, выдохни, пожалуйста. Еще раз. Вот. Только что на экранах. Команда. А теперь вдохни чуть-чуть, ты слишком выдохнул. Извините, ради бога. Извините. Ой. Как тебя на основу ведущий вообще? Замечательный ведущий. Как может такому ведущему сказать нет? Я не могу. Егор. Благодарю, ребят, благодарю. Очень приятно. Ну что ж, давайте не... Что же все-таки там происходит, ребят? Не могли бы вы немножко травмы, поподробнее? Разжевать поподробнее, пожалуйста. Жуй. Вот пошел у нас еще замес, стреляет какие-то пулеметная очередь, лазер, фаерболы летят, ледяная преграда и какой-то... И все замерли. Что-то случилось, взрыв какой-то произошел от девочки с двумя ножами. Что, никто не двигается, лагает. Буквы летают красные. Какая красивая магия. Кокосики. Очень интересная игра, ребят. Прокомментируйте, как, что происходит. Ну, как вы думаете, это из-за того, что парни... Будьте здоровы. Точно. Парни уже... Одна минута зеленого времени остается у Вити, и это Dragon Knight. Dragon Knight, пожалуйста. Мне как вы думаете, они пытаются как-то контрить героев, которые взяли другая команда раньше, более поздними версиями своих выборов? Да, пытаются. Но тут, смотри, здесь одна команда показала, что она хочет пушить. Сергей, что вы думаете по этому поводу? Жот, хватит. Так, хорошо. Значит, последним баном команды Вити является Эмбер... Ой, откуда я знаю, что это? Это какой-то красный герой. Мне подсказывает по микрофону, что это Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. Итак, последний пик команды Вити. У них 24 секунды. Пожалуйста, ваше мнение. 24 секунды, если... это не так много, как хотелось бы. Спасибо за ваше мнение, и мы будем ждать, собственно говоря, выбора последнего. И после чего мы начнем игру этого невероятного матча. Действительно, команды равны. Соперники стоят друг друга. Это баталия, которую запомнят надолго. Это The International 5. Передаем слово нашим уважаемым комментаторам. Пожалуйста, Роман. И я увидел его, я прорвался сквозь толпу. Я обнял его и тихонько сказал ему: извините. Все нормально, Андрей, рассказывай. Да, извините. Соберись. Еще не все. Продолжай. И тихонько сказал ему на ухо, приподняв волосы. Двумя руками. Я ему сказал: ФНГ, да, у тебя все получится. И он выиграл этот турнир. Ну, мы заплакали оба, конечно, обнялись. И он поверил в себя. Они выиграли этот турнир. И сейчас он... выигрывает International. Потрясающе, Андрей. Просто потрясающая история. Что бы СНГ Дота делала без тебя, Андрей, я не представляю. Скорее бы не плакала. Вообще. Чемпионы просто. Вот, и тогда мы... Шач отошел замороженным, и мы, собственно, разговаривали с Йоку. Вот, и я сказал ему такую вещь. Максим, это еще не самый важный турнир, который ты... Вот. У тебя тоже был этот турнир, я тебе все вспомнил. Правда, хорошая, прям позитивная. Спасибо. И после этого он еще много раз
Мы вместе с ним жили в гостинице, и мы жили с ним в одном номере. Мы довольно близко друг друга узнали. И в один день я сказал ему: «Алоха». Ну, я, честно говоря, имени не знал его тогда. Вот, я ему сказал: «Алоха. Алоха, Дэнс. Ты обязательно станешь чемпионом». Я ему так и сказал. Это чистая правда. Тогда он заплакал. Чемпионом по киберспорту? Чемпионом? Как я? Мира киберспорта. Тогда он заплакал, и я тоже потом заплакал. Мы обнялись. Весьма трогательная сцена. Ну, да, это была действительно трогательная сцена, как фильм. Это буквопарк, между прочим. По соседству с комнатой Нави находится буквопарк. Серьезными вещами здесь занимаемся. Что вы начинаете? Уберите ваш фарс, пожалуйста. Уберите это все. Уберите. Да. Да, я думаю, у нас и так два здесь опытных аналитика сидят, в принципе, рассказывают такие интересные вещи. Я могу быть просто ответственным за шутки, например, в этом трио. Ну, пошути тогда хотя бы. Ну, ты вот сказал, на одну голову больше, что ли, там, ну, сыграли. Это я вот сразу перефразил. Это, то есть, получается, их шесть. Ай, хорошо было сейчас. Кинь в него паком. Да, пак, ворп уходит и к тебе. За нормально пошутил, ребят. Тогда... Боже мой. 1003. 1004. 1005. Что вы думаете, профессор Андрей? Ну, вы знаете, я немножко недоволен тем, как мы делали... Извините, профессор. Пятиугольник. Опять же, мы ставили оценки... Мы ставили оценки как бы наперед команде. Мы... Так. Наперед. Наперед. Конечно, ставили, да, но и... Я хотел сказать, что они профессор, были... не отвлекайся, они были необъективны. Они были совсем необъективны, и, конечно, надо менять их. Надо менять. Семерки слишком много. В худшую сторону. В сторону понижения градуса. В сторону понижения непосредственно очков. Непосредственно очков. Хорошо. Иван, поставьте, раз и пятерку за стратегию. Стратегии были отвратительные. Хорошо. Как-то не вяжется. Саш, блестяще. Как дела? Александр, я как ваш адвокат заявляю, вы имеете право не отвечать на такие провокационные вопросы, и просто-напросто давайте лучше я буду за вас говорить, чтобы этот... Хорошо. Человек, молодой человек? Молодой человек невысокого роста вас не докупал. Мужлан? Мужлан. Хорошо. Андрей. Да. Не, ладно, Александр, как бы через Андрея, общаясь с вами, как вам игра? Мой клиент решил не отвечать на этот вопрос. Это еще и возможность позиции как-то сменить грамотно. То есть мог бы СФ просто отбежать, подбежали другие тиммейты. Как-то, ну, можно было получше бы разыграть. Господа. Тут нападает Урса на Пака. Давай, предложи нам мотив, давай. Это татами, татами. Татами. Жжетом. Артист все правильно. Пошел, убил одного, второго, третьего. Push me, and when you touch me, I get my satisfaction. Push me, and when you touch me, I get my satisfaction.